Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Алексей, как вы догадались уже по видео, по названию видео. Сегодня мы с вами будем тестировать новые ароматы, и я расскажу про новинки, какие у нас вышли в компании Avon. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца, и всем приятного просмотра. Начинаем! Я знаю, что вы очень долго ждали. Уже, наверное, почти неделя прошла, как я получил новинки, но как до них я не добрался. Дело потому, что я многие новинки тестировал на себе. Мне было прям очень интересно кое-что попробовать. Я себе кое-что оставил, поэтому сейчас по порядку все расскажу. Друзья, вот целая коробочка. Давайте начнем по порядку. Начнем мы с новой. Ну, как новой? Это лимитированная линеечка Kia «Сияние». С экстрактом розы и маслом ши. У нас уже эта продукция была. Просто она вышла в обновленном дизайне. Такая весенняя-осенняя. Что к чему я сказал сейчас осенняя, не знаю. В общем, что я по традиции вам хочу сказать. Что по Ой, подождите. Очень приятный аромат. Слышно прям... Прям очень хорошо, прям пахнет розой. По консистенции это все-таки лосьон. Но это и есть лосьон. Знаете, бывают, что по консистенции они прям густые, но вот этот прям лосьон лосьоном. Также в этой линеечке выходит лосьон 400 мл, этот у нас 700 мл, стоит он 1700 тенге. И вот такой вот, по-моему, 1200 стоит сейчас. Ой, какой-то он как тонюсенький. Вот. Но сейчас предложение очень хорошее. Можно заказать, это крем для рук, можно заказать вот такой набор сейчас в феврале за 2600, ну, по-моему, я подглядел, и в мартовском каталоге такое же будет предложение. Но здесь, в принципе, нет смысла смотреть, консистенция однозначно идет лосьона. Да, идет лосьона, а вот крем я хотел бы посмотреть, какая у нас консистенция крема. Вы знаете, в Avon они практически все они одинаковые, но этот мне показался... Нет, такой же. Просто у нас были в Avon как бальзамы. Они прям по консистенции были такие... Ну, ой. Вы знаете, видео снимаю. Время 11 часов ночи. И что-то прям спать захотелось. Я еще сейчас перед видео маску тестировал, но об этом по порядку. В общем, крем для рук тоже идет в наборе. Ну, крема для рук сейчас подорожали. Они сейчас, по-моему, 400 тенге стоят. Вот, в общем, такая вот шикарная линеечка. А самое главное, супер набор. Готовый набор на 8 марта. Можно купить всего лишь 2600 тенге. Обратите внимание, это очень-очень выгодно. Следующее, это я оставил себе, это у нас новый гель для душа, линейка Sensus, господи боже мой, вышла в новой упаковке, мне эта упаковка больше нравится, она какая-то вот такая вот, ну, не знаю, яркая, классная, в общем, мне она понравилась. Здесь 250 мл, стоит он 600 тенге, вы знаете, запах свежести. Я уже начал его использовать, я его оставляю себе. Однозначно, это теперь один мой из любимых гелев для душа. В общем, рекомендую. Он, знаете, мандарин с чем-то, с имбирем. Мандарин с имбирем. В общем, классненький, свеженький аромат, рекомендую. Ну, в принципе, как обычно, цена. Дальше, что у нас еще? У нас еще выходит вот такая вот новиночка. Это... гель для кожи вокруг глаз, заряд энергии с экстрактом китайского зеленого чая. Я заказал это по демо продукту в журнале Focus. Можно сейчас... Давайте я его вытащу, что он звенит. Можно его сейчас заказать всего лишь за... Да, друзья, всего лишь за 600 тенге. В каталоге он будет стоить 1700. Поэтому я рекомендую сейчас... Сели и заказали его всего лишь за 600 тенге. Я его оставил себе. Мне этот вариант очень понравился, что здесь есть вот такой аппликатор. Я еще, кстати, его не наносил, поэтому я это сейчас и сделаю. Нанесу. Девчонки, ой, вы знаете, аромат у него просто шикарный.
Ой, друзья, как классно. Я вообще как-то уже брал крем для кожи вокруг глаз. Ой. Все, я сейчас, няшечка, такой, ты и спать завалюсь. В общем, я рекомендую. Я не знаю, я не, конечно, я не вижу какой-то такой эффект, какой-то сразу такой результат, что у меня прям. Но он классный, он расслабляет. Ну, мне приятно, в общем. В принципе, 600 тенге, ну, недорогое такое удовольствие. Ну, думаю, что, может быть, я его использовал всего лишь, наверное, дня 3. Вот, может быть, им надо подольше попользоваться. Может быть, я и распробую его. В общем, не знаю. Закажите 600 тенге. Еще раз говорю, он стоит в журнале Focus. А вот в марте он будет стоить. Давайте еще раз посмотрим, чтобы вас не обмануть. Я сейчас посмотрю и скажу. Да, друзья мои, гель для кожи вокруг глаз будет стоить 1775 тенге. Охренеть. Поэтому сейчас заказывайте в фокусе. Да я вам код сейчас назову. Записывайте. 1465 445. Вот такой вот классный гель. Мне он понравился. Вот. Ну что, дальше едем. Еще у меня была возможность заказать по программе «Президентский клуб» демо-продукты со скидкой 50%. Я заказал вот такой вот лосьон Эканте. Это у нас новая Гаргеус. Драгоценный Иланг. Парфюмированный лосьон для тела. В общем, знаете все, у нас есть такая парфюмерная линейка Эканте. Вот, линеечка премиальная, она не дешевая. Но у меня девчонки знакомые, представители говорят классно. Друзья, вы все заметили? Он у меня пришел сломанный, потому что у меня было в заказе гели для душа, и, в общем, он пришел сломанный. Я решил его не отправлять. Я решил, что раз он стоит тысячу, мне он обошелся всего лишь в 1000 тенге, я решил его оставить себе, и я его уже протестировал. На днях я после душа решил намазаться лосьоном. 100 лет, в принципе, не пользовался лосьонами. Я говорил, что я всегда пользовался лосьонами, когда был за границей. В Турции, там, в Таиланде. В отелях есть маленькие гели для душа и дают всегда лосьончики. После моря очень хорошо. Но я, в общем, решил его оставить себе. И что я вам хочу сказать? Сейчас я достану его. По консистенции он тоже лосьон лосьоном. Я его нанес вечером и сел смотреть кино. Аромат стоял вокруг меня, не приведи Господь. В общем, пахнет он очень сильно. Это на любителя. Мне, как парню, конечно, не очень понравился, что от меня он так сильно блоухает. Если днем намазаться, наверное, будет шлейф за мной стоять. В общем, да, имейте в виду, будет за вами стоять шлейф. Еще же есть аромат в этой линейке. Мы до него сейчас доберемся. В общем, ну, увлажняет, да увлажняет. Но хочу сказать, что в каталоге заявлено, про этот сейчас я найду, да, в каталоге заявлено, что держится до 48 часов увлажнения, увлажняет до 48 часов, парфюмированный уход за телом, изысканная текстура. В общем, я заметил, что на следующий день, на утро, я нюхал и слышал запах этого лосьона, но уже не так сильно, как это было вечером. Но честно, пахнет он, в принципе, так сладко, приятно, но если вот все тело намазаться, прям блоухает, я не знаю, как из парфюмерной бочки, друзья. Так, следующая новинка, которую я тоже попробовал, осмелился. Я взял себе новинка. Это сейчас, друзья, есть в действующем каталоге. Это роскошные локоны. Новый продукт, крем для укладки. Увлажняет, распутывает и сохраняет форму локонов 24 часа. Вы знаете, ну, вы же видите, у меня кучеряшки. Сегодня я его не наносил. Мне понравилось это средство. Я попробовал его. Вы знаете, утром помыл голову на влажные волосы, я нанес.
сформировал свои кудри, завивочки, высохла голова, я одел шапку и пошел по своим делам. Когда я пришел уже в стационарное место, я снял шапку, немножечко распушил, поправил, и вы знаете, он помогает. Он помогает и завивочку, ну, выделил мои кудряшки. В общем, я оставляю его себе, мне это средство очень понравилось. Сейчас я вам скажу, сколько стоит в каталоге. Попробуйте, девчонки, у кого кудряшки. Вот, это средство стоит... Крем для укладки 895 тенге. Вот он есть в каталоге. А новый крем для укладки подходит для натуральных кудрей и для завивки. Питает волосы, придает им ухоженный вид. Делает локоны более выраженными. Вот. Ну, не знаю. 24 часа. Обещаю 24 часа сохранности. Ну, в общем, мне понравился. Я его оставляю себе и буду им пользоваться с удовольствием. Друзья, ну еще одно средство, которое я оставил себе. Попробовал его буквально вот сейчас перед эфиром. Не добирались руки. Это новая маска Inyu. Сила меди. Восстанавливающая. Пленка, друзья. Пленка. Вы знаете, эффект я сразу вам не скажу. Потому что, ну да, кожа стала мягче. Как бархатистая, что ли. Ну, мне очень понравился сам процесс. Мне очень понравился сам процесс. Я нанес эту маску. Она очень густой консистенции. Это, знаете, это такая жидкая... кто смотрел этого Терминатора? Это вот он из будущего. В общем, вот такая вот она консистенция. У нее такой приятный золотистый аромат. Вот, ну и сам аромат тоже очень-очень вкусный. В общем, это пленочка. Наносится она, как в принципе, ну, если вы пробовали какие-то маски-пленки, она... По консистенции такая очень густая. Нанес я ее, в принципе, с небольшим таким трудом, но нанес. И когда она начала сохнуть, я вам скажу, я продержал ее 20 минут. И когда она начала сохнуть, я вот так вот, я уже не первый раз пробовал маски-пленки. Я знаю, что они стягивают, растягивают кожу, морщины растягивают. В общем, вы знаете... Она прям реально, как будто вот настоящая, наверное, медь жидкая застыла на лице, и ты вот так вот, не пошевелиться, ничего не можешь. В общем, не знаю. Мне она досталась по демо-продукту со скидкой 50%. Обошлась она мне где-то тоже в тысячу тенге где-то. Поэтому я ее оставлю себе. Буду пользоваться ей с удовольствием. Мне она понравилась. Вот, ну, что тут еще про нее написано? Вот она есть в новом каталоге, в мартовском. Но здесь хитро. Цена этой маски в каталоге будет 6200 тенге. Но, друзья, любая маска при покупке любого средства со страниц определенных, ну то есть Inyu, масочка будет всего лишь за 2000 тенге. В общем, вот такая вот энергия сквозь медь. Маска обогащена реальными ферментами меди. Реальными, я вам точно говорю. Ну, не знаю, насколько они реальные, но, блин, застывает она прям как медь, наверное. Оставляет кожу идеально гладкой и обновленной. Ну, вам судить, смотрите. Гладкая, обновленная. Побриться надо было сначала. Ну, приятно, в общем, приятное все равно ощущение после масочки. Вот, ну что, вот, в принципе, и все. Еще одно средство я себе, я его уже не тестировал, девчонки, я просто вам его покажу. Это масло, сыворотка для волос, 5 масел, волосы до 5 раз сильнее, меньше повреждений и ломкости. Ну, вы знаете, у нас есть такая линеечка, у нас сыворотки эти, я много раз говорил, это очень популярный продукт, их даже рекламируют парикмахеры, а это дорогого стоит. В общем... Шампунь 5 масел у меня пользуется, ну, сладкий аромат, как, в принципе, у шампуня, по-моему. Сейчас точно не помню, как передать его аромат. Ну, классно. Я не знаю. Я уверен, что эта сыворотка будет тоже, в принципе, достойна в продаже. У меня... Я всегда новинки заказываю, которые предполагаю, да, вот эту новинку я заказал побольше. Я ее 5 штук заказал.
И уже все продал. Вот осталась одна, которая на обзоре осталась, друзья. В общем, такая сыворотка сейчас со скидкой. Она стоит 905 тенге, что ли. Ну, 900 тенге она стоит. И она того стоит. Поэтому попробуйте, заказывайте. Их несколько видов. Но я думаю, что новинка еще не испробована. Но я надеюсь, что она тоже, в принципе, будет клевая. Так, а маска-то я что хотел сказать? Нанесите тонким слоем на очищенную кожу лица. Оставьте на 20 минут, затем снимите. Я хотел сказать, для кого она? Нет каких-то ограничений? Ну, вроде бы не написано. Я так понимаю, что, в принципе, для любого возраста. Друзья мои, ну что? Прежде чем мы перейдем к ароматам, у нас сегодня будет затест сразу двух новинок. Мы с вами попробуем новый аромат Эканте. Почему-то написали туалетная вода, хотя, по-моему, они были парфюмерные. И у нас сегодня будет затест новой парфюмерной воды Аврора Фаравей. И мы вернемся с вами к Attraction, новинка действующего каталога. Мы обязательно попробуем. Я уже пробовал, кто не видел, заходите на канале, есть мой затест. Я пробовал пробник. Сегодня мы попробуем оригинал. Просто бывает, что пробники не совпадают. И начнем мы затест вот с такого вот пробника, который вы можете заказать уже сейчас в действующем каталоге. Друзья, ну что я хочу сказать. Это жесть. Пробник мне не нравится. Мне не нравится формат такого пробника, потому что это на один раз. То есть, если мы сейчас с вами его отрежем, то он выльется. Или надо брать пластилин, жвачку. Я не знаю, может быть, сейчас в канцелярии какие-то продукты продаются и заклеивать. Но это же бред. В общем, это чисто на раз. Пробник на раз. Мне этот формат, еще раз говорю, не зашел. Мне он не понравился. Я даже его открывать не хочу. Я его хочу подарить какому-нибудь клиенту. Поэтому мы с вами сделаем так. Мы с вами будем тестировать непосредственно сам аромат. Это будет круто. Согласны? Я думаю, что не слышу. Да, согласны. Крикнули все согласны. Открываем аромат. Может быть, уже многие его попробовали, ароматизированную страничку в каталоге. Я хочу сказать, что мое впечатление от ароматизированной странички не очень. Мне она не понравилась, поэтому я надеюсь, что сам аромат зайдет мне лучше. Но вообще, если честно, сама линейка Faraway, она мне, ну, как-то так, не особо заходит. Ну, как говорится, нравится, не нравится, как сказал Путин про Украину. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Так же и я. А тестировать надо. Друзья, это у нас восточный аромат с нотой гурме. В составе водяная лилия, розовый перец и ваниль. Вот. Что мы еще про него можем сказать? То, что его можно сейчас приобрести в наборе. Вот в таком наборе он идет в журнале, онлайн-журнале с Лисан Утяшевой. Стоит этот набор 5000 тенге, по-моему, так. Ну или дождаться основной каталог. И этот аромат можно будет приобрести со скидкой 50%, если вы закажете 5 ароматов с определенных страничек. Ну что, тестируем водяную лилию. Я водяной, никто не душит со мной. Ой. Кислый. Вы знаете, что-то кислое, как будто кислый виноград. Ну, в принципе, аромат более-менее приятный. Вот шлейф, мне в принципе нравится, но еще раз, я не буду, я не буду отходить от своей идеи. Все-таки аромат не, вот кислит, вот что-то прям, он сладкий аромат, не знаю, не могу я комментировать, но он не зашел мне изначально. Но сейчас уже не кислит, он сладкий.
Ну, вот у меня вообще-то кислый виноград, и все, хоть убей. Ну, давайте еще чуть-чуть отдохнет нос, и мы вернемся к нему, не знаю. Наверное, все-таки это водяная лилия прокисшая. Наверное. Давайте новый аромат еще откроем. Аттракшн мы откроем, конечно. Откроем новый аромат. Это у нас который... А как он у нас называется? С яркими севильскими апельсином и окутывающим ароматом сандала. Восхищает чувства и роскошь. Текстуры дарят увлажнение и мерцание. Мерцание? Ой, ну страничка в каталоге, конечно, никак. Никак не пахнет. 4200 этот аромат стоит. Ну, давайте пробовать. Очень интересно. Потому что, в принципе, запах лосьона мне понравился. Ну, линейка Эканта, в принципе, в своем репертуаре. Очень, в принципе, мне нравится дизайн этой линейки. Очень симпатичный. И вся линейка идет, мне нравится, под один цвет сделана. В общем, стильно, так скажем. Стильно. Так, где у нас бумажка? Я думал, он будет насыщенный сладким ароматом. Но он нет. Какая-то сладкая вата. Но мне нравится. Не сказать, чтобы я ах упал и в конвульсии валяюсь. Какой он вкусный, как я прям тащусь от него. Но говорю как есть. Если выбирать между вот этими двумя ароматами, то честно скажу, что... Нет. Ой, ой, классно. Слушайте, ну, давайте пока. О, резко как. Сфотайте меня. Ой, боже мой. Ну, не могу. Девчонки, мне нравится. Мне кажется, шлейф у него прикольный. Что-то даже слюна пробежала, я не знаю. В общем, нежный. Легкий, мне кажется, он нежный. Легкий аромат. Ни хрена он не сладкий. Я думал, он будет... Приторный сладкий. Нифига, он классный. Нежный. Слушайте, супер. Я буду предлагать. Мне понравился он. Ну и давайте закончим. Закончим вкусненьким, сладким ароматом. Для тех, кто еще не видел, я повторю за тест. Мы сейчас с вами протестируем новый аромат Attraction Game для нее. Потому что для него мне не понравился. Вот такой лосьон. Можно приобрести всего лишь за 500 тенге при покупке аромата за 5500. Поэтому 6000 тенге и у вас вот такой вот шоколадный комплект, друзья. Комплект. Ой. Пробуем. Честно, я даже переживаю, потому что с этими новинками, я хочу сказать. Куда? Я хотел, чтобы все видно было, друзья. Ну, как-то так. Ну что, я впервые открываю данный аромат. Конечно, в интернете вы уже видели. Очень много уже о них отзывы есть. Но у каждого мнение свое. У меня есть свои подписчики, кто доверяет моему мнению. Поэтому давайте мы с вами тестируем сейчас еще раз, пробуем. Теперь уже не пробник, а полноценную версию. В прошлый раз у меня был пробник в руках. Ой,
блин, я аж в кресло вбила, блин, ну почему-то я влюбился в этот аромат. Ой. Без комментариев, друзья. Это надо попробовать. Заказывайте пробник, пробуйте этот аромат. Аж слюни пошли, слушайте, ну бесподобно. Не знаю, я влюбился. Я однозначно сейчас буду делать видео. Уже недавно вышло видео «Моя коллекция мужских ароматов». Сейчас я хотел бы сделать в преддверии 8 марта обзор «Мои фавориты женские ароматы». Рассказать, какие ароматы сейчас мне женские нравятся. Поэтому дождитесь, это однозначно мой фаворит. Безумно просто. Я влюбился. Ой, классно. Ну что, если подвести итоги, друзья, я получил огромное удовольствие от этих новинок, потому что чаще бывают такие новинки, которые я не могу себе оставить по той причине, что я этим пользоваться не буду, там тушь, да, помада, то здесь есть и гель для душа, и маска для лица. Что там еще? Лосьон для тела. Забыл, когда им пользовался. В общем, что еще тут? И еще укладка для волос. В общем, вот, я получил удовольствие. Мне все новинки понравились, кроме одного аромата. Это Faraway Aurora. Друзья, он мне не зашел. Да простит меня производитель. Нет, все, я не хочу его даже больше. Не хочу его больше пробовать. Как-то так. Эканта. Если вернуться к Эканта, я еще раз говорю, что я ожидал, что он будет сладкий, приторный. Но нет. Он очень приятный, нежный аромат. Вот. Из этих трех ароматов я выбираю вот эти два. Но первое место, это, конечно, Attraction Game. Он не потому, что про него сейчас много говорят, а потому что он мне понравился, лично мне. Мужской мне не понравился. Я поэтому его не стал на второй раз брать за тест делать. Ну что, друзья, вот в принципе и все. Ох, нифига себе, какое видео у нас получилось. Ну а что вы хотели? Хотелось рассказать более подробнее про все новиночки. Вот такие новиночки у нас вышли. Вот такой у нас обзор получился. Жду ваши комментарии. Рассказывайте, кто что заказывал с этих новинок. Делитесь со своим печальным опытом, хотел сказать. Делитесь со своим, без разницы, каким опытом, может быть и печальным. Тоже будет интересно, может быть вам тоже что-то не понравилось. Это будет полезно для меня и для моих подписчиков. В общем, если вам мой обзор, как всегда, понравился, ставьте палец вверх. Пишите обязательно комментарии, делитесь своими впечатлениями. Ну и до новых встреч. Всем пока-пока. Пока.